Большие грехи называются аль-кабаир, аль-кабаир. Единственное число этого слова аль-кабира, аль-кабира, то есть большой грех. Первое, с чего хотел бы начать, это то, как нам отличить большой грех от маленького греха? И вообще, как нам отличить аль-кабаир, грехи, которые называются, то есть аль-кабаир, большими? Ученые говорят, у больших грехов или у великих грехов есть свои признаки. Из них первый «ан якуна алейха ваид», как говорят. То есть если есть какая-то угроза относительно какого-то действия, относительно каких-то слов, относительно каких-то действий, если есть угроза от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, то, что он говорит, то сделает так-то, так-то, тому будет великое наказание. Или тот подвергнется унизительному наказанию или тому подобные вещи. Если есть угроза от Всевышнего Аллаха или в сунне его посланника, саллиллаху алейхи вассалям, то это указывает на то, что этот грех считается аль-кабира или мина аль-кабаир, то есть из больших грехов. Также, если в контекстах Кур'ана и Сунны приходит проклятие от Всевышнего Аллаха и его посланника на того, кто говорит какие-то слова или делает какие-то дела. Если приходит ляна, то это тоже, эти грехи считаются мина аль-кабаир. Также из признаков это то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отрекается от кого-то, кто сделает какое-то дело. Допустим, кто говорит, кто сделает так-то, так-то, поляйся мильно, тот не из нас. Есть такие хадисы, так ведь? То это указывает на величие этого греха, то, что этот грех также считается именно аль-кабаир. Или какие-то грехи, относительно них Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля указал какое-то наказание. Еще в этой дуне, допустим, вору и воровке отсекайте руку, сказано, так ведь? То есть есть конкретное наказание, что может послужить искуплением за этот грех. Этот грех считается также большим великим грехом. Или если в контекстах Кур'ана указано, что Всевышний Аллах гневается или ненавидит какое-то дело, то это также указание на то, что этот грех считается большим грехом. Или какие-то деяния, о которых посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, что не обладает верой тот, кто совершает их. Не уверует один из вас до тех пор, пока не пожелает своему брату того же, чего желает себе. Или не уверует из вас никто до тех пор, пока не проявит гостеприимство к своему гостю, или не будет хорошо относиться к своему соседу, и так далее. И также, как говорят ученые, то есть отмечают то, что из больших грехов считаются такие деяния, о которых сказано то, что это является куфром, зульмом или фиском, которые не дошли до границ большого куфра, зульма или большого фиска.